дороги очень похожи друг на друга в разных регионах. Что вчера, что позавчера. Такие красивые сосны. Далеко вот еще ехать. 12. Через час поменяю карту памяти. Очень-очень старый тест для водителя в автошколе. Экзаменующий спрашивает экзаменуемого. Вот вы едете по дороге, хорошая, асфальтированная, ровная, с разметкой дорога. Вы едете со скоростью 120 км в час. Что вы будете делать, если вдруг перед вами вырастет дерево огромное? Экзаменуемый отвечает. Включает 215 скорость и перелетает через него. Экзаменатор. У автомобиля нет такой скорости. Экзаменуемый. А разве посреди дороги деревья растут? Моментально темно. Все.
Курганом и Челябинском от фургончика автомобиля красная и белая, по-моему, фирма, пролетел кусок бревна в мою сторону, пробил бампер. Главное, что интересно, скорость была невысокая. С Валентином ехали, проснулись утром, вот, и еще не успели адаптироваться, тихо ехали. Вдруг вижу, остановился. Валентина тоже подзывает, подходим. Ну, страховой случай. Страховая компания оплатила. Сфотографировали. Бревно торчит в бампере. 40 сантиметров в диаметре. 7-10 сантиметров. Нет, меньше. 2 сантиметра 7, да. Вот, и бревно сантиметров 30. Позвонили в страховую компанию, сказали так и так, они говорят, вызывайте ГАИ. Позвонили в ГАИ, девушка, или сфотографировать для подъезжания, назвала адрес. Сфотографировались, это номер машины, сейчас не помню, там видно было или нет. Но сам факт, как бревно вылетает, еще бы немного быстрее бы я ехал, прям в лобовое стекло влетело бы. Этот на фургончике, он даже не заметил, наехал на краем колеса на это полено, и оно сыграло в мою сторону. Порядка 4 часов.
немножко. Не работает. Прямо 15 километров. Он
Воздух поезд закрыли. 15 километров. Так, через 400 метров. Уснуть. Проскочил. Несколько минут. Вы ушли с маршрута. Я спать захотел, посплю немножко. Остановился немного поспать, сон потянуло, поэтому, чтобы не рисковать, так, сколько я спал, не знаю. Продолжим движение. Маршрут перестроен. Зачем? Через 100 метров поверните направо. Самое лучшее средство от сна – это сон. Ни танцы, ни музыка, ни кофе. Поверните направо. Так, теперь… пропущу колонну. Вперед. О, совсем другое состояние. Заодно кофе сделал. Карту памяти пока не менял. Через час меняю. Так.
Скот 5.3, Камудина 466, средняя скорость 61, запас хода 560. Вот и все. Немного взбодрился. Кто-то в лесу стреляет. Охотится на кого-то, видать. Два выстрела. Слышал. Осталось проехать примерно около 300 километров. Накинул сиденье, накинул на лицо занавеску темную, которой закрываю окна на привале. Гостиница 100 метров не доехал. Вот, слева заправка. Не могу припомнить, была ли она. Наверное, была. Не помню. Я знаю, что этот участок был очень обезлюжен, безлюден. Нет, ничего этого не было.
чуть-чуть до беды не довел дело. Стоп,
500 километров на сегодня еще не выдержу.
80. Участок можешь обойти. Нравится сидеть на хвосте себе. Свободно, иди обходи, если спешишь, пошел, наконец-то. Ну вот, и мне комфортно стало. Сзади далеко, никого нету. Ну-ка проверю-ка я связь. Кто-нибудь меня услышит, нет?
Проверка связи. Меня кто-нибудь в канале слышит? Никого на 15 канале нет. Живые в канале есть? Ответьте. Фура идет, по-моему, или не хочет отвечать, или радиостанция отключена. Но обычно фура серди радиофицированы. Ребята, кто меня слушает, ответьте, проверка связи просто. Но они радиофицированы, и, наверное, на других каналах между собой связываются. Или ленятся. Просто игнорируют. Мощность сигнала примерно 75%.